вечер, друзья. Мы рады вас приветствовать в этом теплом и уютном зале. Да, погода пускай не радует. Пускай мало вообще, что радует в этой жизни. Но я знаю одно место. Это телеканал ICTV «Пятница», где мы можем с вами встретиться и получить удовольствие друг от друга. Это «Дизель-шоу». Нам исполнилось 5 лет, и это наш очередной концерт. Друзья, вы пользуетесь услугами доставки? Да, и все такие радостные, конечно. Да, возможность быстрой доставки действительно стала для нас уже чем-то привычным. Говорят, что некоторых курьеров, которые доставляют еду пешком, называют топ-топ-менеджеры. Не знаю, знали вы это или нет. Однажды доставщик на велосипеде засмотрелся и врезался в проститутку. Так сказать, доставщик еды сбил доставщицу удовольствия. Ну, а во время карантина доставщиков еды в Киеве было настолько много, что они каждый день попадали в какую-то аварию. Так произошло и с нашим знакомым доставщиком еды. Смотрим. Алло, Василий Ярославович, ну все, машину получил, зарегистрировал, сейчас застрахую, и можно выезжать. Я, конечно, понимаю, что машина очень дорогая. Если что-то случится, буду работать на вас всю жизнь. Понимаю. Но я ведь профессионал. Буду ехать медленно и осторожно. Ну все, на связи. Осторожно! Черт! Надеюсь, это по меньшей мере Мазерати или Бентли. Я Абас, Абас, Абас. Странно, что только это. Об асфальт ударился. Представляете, тормоза отказали. Хорошо, что машинка эта была, помогла мне остановиться. Опять ты? Да за что мне все это? В смысле? Это все не вам. Это другим людям еда. Ну ладно, в качестве компенсации дам вам пирожок. Пирожок? Ты нахрена меня врезался? Не мог объехать, что ли? Да я хотел дедушку объехать. Да лучше бы ты его сбил, этого деда. Так а он меня и сбил. Гад ты такой, педаль тебе в зад. Цепь тебе на воротник, звоночек тебе в позвоночник, спицы тебе в поясницу, понял? Гад такой, тормоза тебе в глаза. Ух ты, катафот тебе в рот. Ух ты, гад такой, а. Я даже боюсь смотреть, что у меня там. Ну, там есть, конечно, незначительные повреждения. Но, поверьте, велосипед гораздо больше пострадал. Твою мать, господи, что это? Что это, бампера нет практически? Ну, что это такое? Ну, как это? Я прошу прощения, вы еще долго будете с автомобилем разговаривать? Просто мне ехать надо, доставку развозить. Если опоздаю, будет штраф. Штраф? У тебя завтра похороны будут, понял? Похороны? Угу. Мы еще не принимали заказом на похороны. Сколько человек будет? Что кушать будете? Будет ли сам виновник? Слушай, ты придурок. Ты знаешь, сколько стоит эта машина? Это? Да. Ну, 1030. 1030? Вот эта вмятина стоит 30 тысяч. А машина стоит 300. 300 тысяч. Это новая, а ваша уже битая. Так. Что же мне с тобой делать? Бабки есть? Конечно. Сколько? Гривен 5. Что ты врешь? Вы же доставка, весь карантин работали. Что, не накопил, что ли? Да я в конце карантина только устроился. И если вот вторая волна будет, я вам быстро отдам бабки. Сплюнь, придурок! Куда ты плюешь? Что же мне с тобой делать, господи? Что же мне, конечно, тебя наказать посильнее, а? Ну ладно, можете мне в приложение единицу поставить. Где вас только добирают? Служба доставки «Комета». Нас там много таких. Алло. Да, Василий Славович.
Нет, еще не доехал. Тут у меня какой-то космонавт на комете въехал. Я? Нет, я трезвый. Да я сам во всем разберусь. Ну все, на связи. Что же мне с тобой делать-то, а? Ну, можете в полицию меня сдать. Нет, так легко ты от меня не отделаешься. Паспорт с тобой? Да. Сейчас поедем в банк, будем на тебя кредит брать. А это вряд ли у вас получится. Что? Я в банке в черном списке. А, да, я взял уже один кредит и не расплатился. Что за кредит? Квартира, дом? Велосипед. Да, понимаете, ну, вот вы так переживаете, а Великс, смотрите, как пострадал вот. Поганец. Вот. С какой же ты скоростью ехал, что у тебя аж седло оторвало, а? Не, это у меня украли давно, я уже месяца два так езжу. Тебя судьба еще до меня наказала, выходит. Слушайте, я придумал. А давайте я вам буду еду бесплатно привозить. Ну, за саму еду вы, конечно, будете платить, а доставочка бесплатно. Так я вам долг и отоблю. Лет 300 будешь возить? Ну, если с чаевыми, за 250 справимся. Но мне же для этого велик нужен. Одолжите мне на велосипед, а? Придурок! Черт! Почему ты мне его в третий раз подкидываешь? Ну вот вы зря так нервничаете. Во всем нужно искать позитив. Да что здесь позитивного? Ну разве что, чтобы подушка не выстрелила. Ну вот видите, уже что-то хорошее. Конечно. И позитивное. Вы давайте ищите тут что-то еще позитивное, а я пока пойду. Хорошо? Куда собрался? Фак! Подушка еще выстрелила! Вот видите, о плохом подумали сразу, что негатив. Я тебя здесь сейчас закопаю, понял? То чего вы мне все время угрожаете? Я сейчас напишу в чат наших доставщиков, и ребята приедут и... Как, врежутся мне в задний бампер все на велосипедах, да? Сейчас. Дети воины света с оранжевыми рюкзаками. Дети бойцы со зрением плюс 4 на оба глаза. Давай, вызывай сюда эту банду просто-напросто ожирелых диванных войск. Посмотрим на них. Ну, где? Меня из чата удалили. Спасибо, спасибо вам за единицу. Я сейчас еще в должности понизят. Я столько к этой должности шел. В каком смысле? В прямом. Я раньше 2 месяца рюкзак пешком носил. Велик только выдали, тут ваша машина эта гребаная. Ничего, скоро будешь за границей. Правда, вы чего, да, меня за границу отправите работать? Ага, да, отправлю сейчас. А в какую страну? В разные. Тебя в разных мешках развезут. Алло? Клиника трансплантологии имени Пересадько слушает. Девушка, мне бы почку продать. Почка ваша? Нет, доброволец есть. Хорошо. Какое имя и фамилия пациента? Как тебя там? Артур Ложков. А, Артур Ложков, его все знают. Поняла. Ой, вы знаете, я смотрю по базе, у нас человеку с такой фамилией и именем уже 2 раза почку вырезали. А третий быть не может, так что извините. Я просто 2 раза в авариях уже участвовал. Так. Страховка у тебя есть? А, есть. Но Антамах на самый крайний случай. О, меня это как раз устраивает. Это как раз то, что надо. Это как раз сейчас. Давай, последнее желание. Я очень писать хочу. Можно я схожу, а? Куда собрался? Ты что, смотаться хочешь, что ли? Ну ладно, я тут аккуратненько на колесо тогда. Ты что, охренел, что ли? Мало того, что ты сделал, еще и обоссать машину хочешь? Подождите, у меня еще есть ценный шлем. Да ты что? Да, его можно это... Вот он... Забудь! Говори последние слова! Ага. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Что это за хрень? Это последние слова, но нас учат так. Спасибо, что выбрали нашу доставку. Господи, ну почему ты меня наказываешь? Почему ты мне его прислал? А, не, Господи не мог меня прислать, я атеист. Так я даже и грех на душу не возьму.
Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя твое, да святится. Ой, Коля. Ты что, мне еще бак пробил, что ли? Это из меня вытекло. Ну все, сейчас я тебя обоссавшегося и уделаю. Подождите. О, полиция едет. Извините. А можно я не буду писать в протоколе, что я в вас врезался? Я еще за два приуса не рассчитался. Так, на некрологе напишешь, иди сюда. Извините, а у вас нет родственников в Крыжопле? Есть. У меня там тетушка двоюродная. Женька, Ложков! Артур! Троюродный брат! Слышь, Ложковы, в багажник оба валите быстро. Подарок вас подарю Василию Ярославовичу. Не надо. Ой, ой. Один из наших отозвался. Все, капец вам. Капец вам. Женя. Что стало? Женя, что такие, что проблемы? Вот, наехал. Василий Ярославович, вы что, в доставке работаете? А ты думаешь, як я на машину заробив? От так от на доставці весь карантин і пропрацював. А тепер ти будеш на мене все життя працювати. На! Добро пожаловать, колега! Пришло время еще одного классного сюрприза. Под ваши аплодисменты с огромным удовольствием хочу пригласить сюда на нашу сцену очаровательную гостью. Встречайте, Оля Полякова! Люди, Боже, концертів не було півроку! Давай, давай! Привет! Привет, мой свет. Как дела? Нормально. А вот у тебя? Тоже неплохо. Вот и поговорили. Классно. Хорошо с тобой общаться. Да не, я знаю, очень интересный собеседник. Но на самом деле, Оль, ты знаешь, мы очень хотели, чтобы ты сегодня у нас не просто спела песню, чтобы ты у нас немножко, ну... Что, еще и станцевала? Ой, ты классно танцуешь, ой, я видал. Ой, так это же вы по адресу. Ну, практически. Нет, мы... ты знаешь, в «Танцах со звездами» я вылетела на четвертом эфире, поэтому там не согласна. Не переживай, может быть, я побью твой рекорд, так что все нормально. Будет тут, как бы, не волнуйся. Кстати, это возможно. Ты видела, как я танцую? Да, я видела, как ты танцуешь, как ты ловил этот волейбольный мяч. Это партнерша. Я поняла. Привет, кстати, ей. Обязательно передам. Ну что ж. Это не заготовлено, это мы вырежем, успокойтесь. Никто ничего люди вырезать такие не будет. Ладно, на самом деле мы хотим прямо сейчас, друзья, чтобы вы посмотрели наш телемагазин со звездой. И сегодня мы представляем вашему вниманию новую модель «Королевы ночи», «Королева ночи 2020». Слушай, какая классная штука! Я тоже такую хочу! Да, это абсолютно новая модель. Кстати, что интересно, новую модель можно обнять. Она очень мягкая. Да, обратите внимание. Тогда как оригинал довольно жесткая в этом плане. Вы убедились. Идем дальше. В новой модели встроены динамики и множество голосовых звуков. Хорошо, но с другой стороны, в оригинале после нажатия мы сразу можем услышать только одну фразу. Попробуйте. Руки убрал. Идем дальше. В отличие от оригинала, подушка при помощи одного движения приводится в горизонтальное положение. Да, очень легко это происходит. В то время как у оригинальной модели есть муж, который может любого за подобную попытку самого перевести в горизонтальное положение. Да, может, даже не сомневаюсь. Но, с другой стороны, открою маленький секрет, он тоже заказал себе новую модель. Ну, это на тот случай, если у оригинала болит голова.
Кстати, в отличие от оригинала, за новой моделью намного легче ухаживать, а главное дешевле. Вот, есть и свои минусы. У новой модели силиконовый наполнитель, тогда как в оригинале все натуральное. Также, что интересно, на новую модель можно легко закинуть ногу. Продемонстрируйте, пожалуйста. Вот. Да. А оригинальная модель сама, на кого хочешь, закинет ногу. Что, прям вот так вот на голову закидывать? Осторожно! Осторожно! Это же аплодисменты. Так. Ничего с ним не будет, он же не силиконовый. Он не силиконовый. Настоящий. Но он человек. Он человек, ну ничего, заживет. Хорошо заживет. Да. Надеюсь, что богато. Продолжаем. Для тех, кто часто путешествует, у нас есть более компактная модель. Вот. Что интересно, в подарок подушке мы прилагаем шлепки и плавочки. Жень, и плавочки. Они на мне. А, понял. Боже, и что, я прошу прощения, с моим лицом? А оно где, спереди или сзади? Что с лицом? Ты сказала, я тоже никогда... Ну, он говорит, что на нем плавки с моим изображением. Я поинтересовалась, где лицо, спереди или сзади? С обоих. Мое. Меня пугает, что тебя это интересует. Ну, почему нет? А вот где бы тебе хотелось, чтобы было твое лицо? Господи, на всех афишах в городе. Вот я хочу, где мое лицо. Я про плавки сейчас спрашиваю. А вот, кстати, скажи, спереди или сзади? Боже, вы знаете, я нахожусь в том возрасте, когда я за разнообразие. Идем дальше. На экстренный случай в новой модели есть дырочка. Да что? Нет, это чтобы поменять набивку. Да, набивку, чтобы поменять. В смысле, только одна? Ну, тут я выиграла. Победа. Тут я, конечно, победила. Не буду спрашивать, с каким счетом. Хорошо. Оригинал лет через 50, возможно, поговорит, устареет. Но, а вот эту модель всегда можно перетянуть. Да уж, конечно, она у него вытрется просто через месяц. А на мне еще лет 50 можно деньги зарабатывать. Ну, на самом деле, если уже откровенно говорить, то в оригинале достаточно затратно менять внешность, тогда как в новой модели достаточно просто поменять наволочку. Это плюс. Вот. И поверьте, покупая нашу новую модель, для вас единственный шанс провести ночь с Олей Поляковой. И еще один маленький сюрприз, друзья. Если вы думаете, что этот подарок не понравится вашей жене, то вы ошибаетесь, потому что в комплекте идет наволочка с изображением Олега Винника. Какая прелесть. Да, давайте мне и одну, и другую. Там надо наизнанку вывернуть просто. Хорошо. Ну, а трусы так же? Так же. Наизнанку выворачивается. И меняется и картинка. Олег. Грустная, веселая. Отлично. Какая хорошая вещь. Олег Винник на трусах. Это же счастье какое-то. Я тебе скажу откровенно, многие женщины об этом мечтают. Так я ж поэтому и говорю. Девчонки, короче, сейчас я ящик закажу. На входе буду выдавать. Кто за? Поднимите руки. Мои ласточки, обожаю. Так, у меня остался последний. Друзья, если вы не верите, что это стоит купить, давайте спросим у Евгения. Евгений, как тебе на самом деле вот наша подушка? Ну, мне, честно говоря, больше оригинал нравится. Ты мой сладкий, конечно. И я с тобой абсолютно согласен, друзья, ваши аплодисменты. Интересное наблюдение. Люди, которые посидели на карантине 2 месяца, начинают слушать шансон и заваривать чай покрепче. Причем аплодируют те, кто действительно, по-моему, пьет чефир. А что интересно, людей, кто отсидел все 3 месяца дома от волны до волны, называют карантинные в законе. Ну и действительно, если задуматься, карантин разделил Украину на зоны и сразу начал как-то, знаете, криминалом пахнуть. Поэтому, как говорят в некоторых регионах Украины, кто в красной зоне не сидел, тот карантин не хавал. Ну, а у нас в шоу появилась своя звезда шансона — Вика Корона, которая сегодня презентует свою песню про красные зоны. Встречайте! Так, осужденная Короненко, у тебя на свидание со зрителями 5 минут. Справлюсь, начальник! Если что, продлят, как карантин. Разговорчики.
Какие разговорчики, начальник, песня. Вика Корона, звезда шансона. Песня о свободе, которую у нас забрали. Можно аплодировать, кому нравится, можно подпевать. Голуби летят над красной зоной. Голубям нигде преграды нет. Как бы мне хотелось с голубями, мама, до зеленой зоны долететь. Как бы мне хотелось в ресторане, мама, просто так, без маски, посидеть. Только ж самолеты не летают, не пускают, суки, в поезда и снуют повсюду полицаи. За здоровьем нации следят. Так. Для здоровья нас они штрафуют. Для здоровья могут навалять. Если вы без маски кашлянете, для здоровья могут расстрелять. Так, Короненко. Чё? На обычных зонах люди пашут, валенки и варежки там шьют. А у нас менты тут беспределят. Ты прикинь, работать не дают. Киева маляву подогнали, заведенья все позакрывать, чтоб на власть людишки не бузили, маской всем закрыли быстро пасть. Так. Я тебя сейчас сам куда надо маску запихну. Начальник, я себя для мужа берегу. В красной зоне нету развлечений, рынки начинают закрывать. Мы питаться будем голубями, если будут соки продолжать. Денег, мама, с каждым днем все меньше, нет достойных в городе зарплат. Чтобы облегчить режим на зоне, нам открыли в городе ломбард. Так а чё? Ломбард — нормальная тема. Я туда часы сдал. Чьи? Неважно. А, видимо, пошел по беспределу тот, кто вирус тут короновал. Надо, чтоб менты открыли дело и палач прилюдно расстрелял. Ну да. Не, вышка, это ему за счастье. Сначала на месяц самоизоляция, а потом на 15 лет в карантин. О! Ха. А в мажорных зонах все кайфуют, в рестораны ходят в карантин. Так нахрена ж вы тут-то нам, извиняюсь, звездите? Ну да. Шо закон у нас для всех один. К новым постановам привыкаем. В зонах людям жить не привыкать. Только ж вам не хватит полицаев, чтобы всех на зонах удержать. Все концерты нах подменяли, чтобы веселее стало жить. Магазины все позакрывали, будем в одинаковом ходить. Так уже когда-то здесь бывало, в красной зоне жили 70 лет.
и зеленых зон мы не видали. И на выезд был у нас запрет. Да ты-то откуда знаешь? Батя рассказывал, а ему дед. Зона у нас это наследственная, из поколения в поколение переходит. Всех по хатам в зонах закрывают, лишь с собакой можно выходить. Даже малолетки пострадали, чушь по телевизору учить. Депутаты снова балаболят, типа знают, как нам лучше жить. И общак, как раньше, дерибанят тот, что был заложен на ковид. Главный, что у нас по медицине, с телека кричит: не паникуй. Хочет медреформу по страховке. Главный медицинский застрахуй. Так... Раненко без мата. Это не мат, это эмоции, начальник. Чувствую режима на красной зоне. Нам не скоро будут послаблять. Передай зеленый пида гогам. Скоро будем жестко их... Нет, тут у меня самоцензура. Скоро будем жестко бунтовать, потому что хватит уже с нас ограничений, хватит нам горбатого лепить. Скоро голубятню мы разгоним, что в Киеве под куполом сидит. Так, Короненко, все, время. Голуби летят над красной зоной. Им закон не надо соблюдать. Как бы мне хотелось с голубями здание Минздрава обосрать. Так. Поговаривают, что настоящие фанаты постоянно интересуются, на каких автомобилях ездят их любимые звезды. Они вычисляют марки машин, их номера и маршруты перемещения их кумиров. Но мы решили помочь таким людям. И сегодня вместе с мамой посмотрим на личные автомобили наших звезд. Итак, внимание на экран. Ну, здесь, я думаю, легко догадаться. Это машина Оли Поляковой. Судя по Олиным длинным ногам, к этой машине подгоняют еще одну такую же. Оля их надевает и так выезжает на сцену. Идем дальше. Следующий автомобиль. Ну, попробуйте угадать, кому он принадлежит. Ну? В ответ тишина. Помогу вам. Это машина Олега Винника. Ходят слухи, что за этой сосиской гоняется не одна стая голодных молодых волчиц. Продолжаем. Машина травести дивы Монро. Ну, на самом деле, раньше у нее была та машина, которую вы видели до этого, но потом она продала ее Виннику и купила вот эту поездку. Продолжаем. Транспортное средство семьи Нади Дорофеевой и Дантеса. Да, можно аплодировать. Потому что на самом деле тут сразу понятно, кто рулит и заправляет, а кто прохлаждается в коляске. Следующий автомобиль, ну... Точно, это машина Зеброва. И вы знаете, здесь важен один факт. Если такой автомобиль въезжает вам в зад, то это не больно, это немножко щекотно. Продолжаем. Машина дяди Жоры. Ну, тут, в принципе, все понятно без слов. Идем дальше. Поговаривают, что это машина Лободы. Раньше она была желто-голубой, но потом перекрасилась.
Говорят, что иногда Лобода подвозит на этой машине Аню Лорак и Веру Брежневу. Идем дальше. Автомобиль Александра Пономарева. Вот этот никогда не перекрасится. Продолжаем. Машина народной проводницы Украины Верки Сердючки. Едет медленно, но зато сразу видно, что приехала звезда. Следующий автомобиль. Ну, здесь, мне кажется, тоже всем все понятно. Это автомобиль президента Украины. Ну, по крайней мере, так думают 73% украинцев. Но, видимо, так планировалось, но по факту оказалось, что на таком транспорте очень тяжело успевать за кортежем. Идем дальше. Это наше ноу-хау. Мы предлагаем закупить именно такие автомобили для перевозки депутатов Верховной Рады. Ну, согласитесь, подходит, правда? Ну и, наконец, я думаю, вы тоже понимаете, чей это автомобиль. Да, друзья, это машина Димы Монатика. На зиму он не включает в ней печку, а просто накрывает ее большой красной шапочкой. Ходят слухи, что эту кульку Зелену-Зелену ему подарил Арсен Мирзоян после исполнения песни «Винни-Пух». Ну, друзья, а сам Арсен передвигается вот на таком автомобиле-амфибии. Со своей гитарой он сегодня пришел и к нам в дизель-шоу, чтобы поздравить всех с юбилеем. Встречайте, Арсен Мирзоян! Добрый вечер! Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану не злазять з дивану. Побачили вінні, очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях синці від рушниці. Якби не кіндуха, рожеві вуха, без нього би пісня була не складуха. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Я скоро повернусь, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером. Але з цього моменту буде невеличка сварка, бо хтось загубив шов, правильно, у лісі, у йолках. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок. Не чую, не чую, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку. Влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Відмідь прийшов, підпиши мені гаршок. Певець, юморист, наш друг, прекрасний чоловік Арсен Мирзоян, ваші аплодисменти! Дякую, друзі!
Точно в ляжке земляку. Вы знаете, поговаривают, что не все женщины хорошо разбираются в политике. Именно поэтому специально к выборам мы подготовили перевод основных терминов с политического языка на женский. Но для того, чтобы это случилось, мне понадобится помощь нашей прекрасной Маруси. Под ваши аплодисменты. Итак, политическо-женский разговорник. Поехали. Спикер. Подружка. Оппозиция. Свекровь. Парламентер. Папа. Санкции. Санкции? Пришел позже, остался без секса. Хорошо. Интеграция. Моя мама приезжает в гости. Союзное государство. Моя мама переночует у нас. Экстремизм. Моя мама остается на выходные. Аннексия. Моя мама остается у нас жить. Продолжаем. Теневой капитал. Заначка от мужа. Девальвация. Мне нужны сапоги. Мне все равно, откуда ты возьмешь деньги. Экономический кризис. Муж сменил на кредитке свой пароль. Цензура. Муж читает и редактирует все мои посты в соцсетях. Железный занавес. Муж сменил в Фейсбуке мой пароль. Холодная война. Неделя без борща. Шоковая терапия. Месяц без футбола. Химическое оружие. Мои духи и дезодоранты. Психотропное оружие. Слезы. Ядерное оружие. Головная боль. Стратегическое оружие. Сковородка, скалка, поварешка или что там попадется под руку. Идем дальше. Политическое убежище. Квартира мамы. Акт о капитуляции. Штамп в паспорте. Импичмент. Развод и девичья фамилия. Выборы. Шоппинг. Предвыборные дебаты. Спор с мужем во время шоппинга. Наблюдатель на выборах. Подружка на шоппинге. Предвыборная агитация. Сказать, что подружке муж купил новое платье. Перевыборы. Сдать обратно в магазин его спиннинг и купить что-нибудь себе. Дискриминация. Почему у моей подружки новое платье, сапоги и сумочка, а у меня только ты? Гонка вооружений. Купить больше, чем подружка. Дипломатия. Пообещать секс и выпросить айфон. Публичная дипломатия. Рассказать подружкам, как выпросить айфон. Дипломатический иммунитет. Месяц ничего не просить после покупки айфона. Политическая провокация. Ты помнишь, какой сегодня день? Эскалация конфликта. Вспоминай. Нота протеста. Как ты мог забыть дату нашей пятой годовщины прогулки под звездами? А вообще, очень хочется, конечно, чтобы вы, женщины, не думали о политике, чтобы вы занимались исключительно мужскими делами. Но зачем вам эта политика, а? Да вы без нас ни в чем не разберетесь, правда же? Ваши аплодисменты, Маруся Грицук! Дмитрий Танкович! Украинцы разделились на сторонников З и сторонников По. И чувствуем, стоять в этой По З нам еще с вами долго. Пришло 1 сентября, поговорим об образовании. Пытаясь разобраться в полученных пересчетах за коммунальные услуги, профессор математики сошел с ума. Итак, актуальная задачка. Чтобы защититься от коронавируса, после 11 вечера закрывают все клубы и рестораны. Есть такое постановление. Вопрос. К
Какой заразой больны люди, которые придумывают такие способы защиты? Ну а мы смотрим наш следующий номер. Алло, да. Да, типография. Слушай. Напечатать 1 000 000 брошюр онлайн-образования — это круто? Да не вопрос, можем. Так можно же просто в интернете разместить, дешевле будет. А, понимаю, госзаказ. Хотите, чтобы все заработали? Хорошо, да, хорошо. Вот, а деньги бюджетные? Ой, а потом еще и с родителей соберете. Ну, тогда не вопрос, да, 5%, и мы напечатаем. Спасибо, до свидания. Ой. Ой. Здрасте, я к вам. По поводу задачника для 3-го класса. А, я понял. С внуком не можете задачу решить, да? Смотрите, бабуль, там в конце задачника будут ответы. И все, да, да, идите. Я вот не знаю, как решить, плюнуть в тебя или палкой греть. Это мой задачник, я его автор. Где гонорар? Почему вы в печать его не отдаете? Год уже бабушку мурыжите. А вот это он, да? О. Бабушка, вы знаете, мы вообще-то вот, честно вам скажу, всякую фигню не печатаем. А что не так? Ну, здесь все не так. Возьмите... Конкретно. Тише, бабушка, тише. Ну, возьмите любую задачу вот у вас. Смотрите. Президент обещал поднять зарплаты учителям до 4000 долларов. Так. И вопрос задачи. И где? Это простая задача. Ответ в конце задачника. И он в рифму с вопросом. О, видите? А вы понимаете, бабушка, в математике нельзя спрашивать «и где?». Ну, я бы сама спросила, он у него охраны сейчас столько. Так, смотрите, я вам сразу скажу, я это печатать не буду. Ну, если вот в этой конкретной задаче проблема, давайте ее вычеркнем и все. Да тут любую, какую не возьми. Ну, вот смотрите, на ремонт дорог в этом году был выделен 1 000 000 000 долларов. И снова вопрос «и где?». Ну, согласна, задачи одинаковые и вопросы однотипные. Нет, вопросы у вас как раз-таки разнообразные. О, какого? Доколи? Так. Схренали? А вы не охренели? А ху-ху не хо-хо? Пусть с детства учится отвечать на сложные вопросы, чтоб потом... Не решать эти задачи в 70 лет, когда уже поздно. Ой, ну вот это же, вот это почитай, это же нормальное. Ну какая? Ну, пенсия у бабушки 2700 гривен. Так. После уплаты коммуналки и покупки лекарств остается минус 350. Задача. Найти список ответственных за пенсионную реформу и... Расстрелять. Это задача со звездочкой. Здесь родителям нужно помочь своим детям. Здесь детям только психиатр поможет. И самое главное, у вас ни одной цифры в ответах. У вас только одни направления. На, в, к. Да нет, есть. Вот, смотри, ответ. 1000. Ого, а что это за задача такая? Так, на Запорожском автомобильном заводе работает 500 инженеров. Вот. А сколько рук инженеров растет из жо... 1000! О. Ну, вот я, кстати, настолько знаю свой задачник, что я могу по ответам условия задачи знать. Да ладно? Да. Ну ладно, ну-ка посмотрим. Давай. Вы у меня, гады, землю жрать будете. Это про земельную реформу. Чтоб вы сдохли. Это местные выборы. Чтоб вы все сдохли. Это про всеукраинские выборы. В жопу себе засунь. Ой, подожди, подожди, это вроде про закон о сексуальных меньшинствах. Или не, вспомнила! Это про повышение пенсии на 2%. Точно.
Вот такой ответ. Бабушка, ну поймите, ну такие задачи нельзя печатать. Ну вот любую у вас беру, не знаю. У Кати было две сливы, ну, а у Анжелы две дыни. Так. Вопрос, кого из девушек депутат возьмет своей помощницей? Ну. Бабушка, ну вы-то куда со своей курагой лезете, а? Понятно. То есть вопрос про депутата и корабельную сосну тебе не понравится. Хорошо. Подождите, у вас что, целый раздел посвящен депутатам и министрам? Ну кто страну раздел, про того и раздел. Значит так, смотрите, задачи про депутатов мы точно печатать не будем. Можете заменить депутатов? То есть вся страна не может, а ты хочешь, чтобы одна бабушка заменила? Да я имею в виду в задачах поменять можете? На кого? На прокуроров? На судей? Просто на бандитов? Кто тебе больше нравится? Никто. А в смысле, ну, мне все нравятся. Так, бабушка, все, знаете, с меня хватит. Все, давайте, вот идите, пожалуйста. Ну, правда, ладно, идите. Ладно, вот у меня еще одна вот есть. Что? Задачка, вот это прочитай, и все. И все, и вы уйдете? Да, конечно. Хорошо, давайте. У издателя была возможность напечатать задачник по математике. Ага. Как интересно, так совпало все. А у бабушки был пистолет. Ага. Пистолет. Я не понял, это что, шантаж? Это намек. Бабушку обидеть легко, а от пульки убежать сложно. Сложно убежать. Не надо, бабушка. Вы же старенькая, еще дернется рука. Вот. Слушайте, а может у вас есть просто какие-то, ну я не знаю, что-то подальше от политики? Есть. Про президента. Я говорю, подальше от политики. Так где президент, а где политика? Ну, как вам объяснить? Ну, знаете, ну просто что-то простое. Вот из пункта А в пункт Б. Ну, вот, понимаете? Ну есть такая. Вот смотри, из пункта А в пункт Б выехал кортеж президента. А какая длина кортежа, если первая машина уже в пункте Б, а последняя еще не выезжала из пункта А? М? Да может, хватит, бабушка? А может, шмальнуть? Послушайте, ну, в конце концов, ваш задачник, он не по программе, понимаете? В школе сейчас вводят болонскую систему, вот. Это значит, что у задачи должно быть несколько вариантов ответов. Так у меня есть такая, вот, в третьем параграфе. Ну, какая? Вот. Ну, что, пенсия у бабушки героя труда 2700. Ну, слушайте, снова про вашу пенсию, ну, ой. А пока мы с тобой здесь говорим, моя пенсия не изменилась. У нас пенсия — это величина постоянная, как число пи. Я тебе и больше скажу, как два числа, как пи и как издет. Знаешь такое число, издет? Мне кажется, он ко мне подкрался сейчас незаметно. Ты мне... Хорошо, ладно. Значит, пенсия у бабушки героя труда 2700, так. А зарплата у областного прокурора в 30 раз больше. Так. Но субсидию они получают одинаковую. Угу. Ну что, ну а дальше вот у вас маты через запятую. Это не маты, это варианты ответа. Как лучше эту падлу назвать? Послушайте, ну правда, я не понимаю, откуда у вас такие задачи, ну? Я на пенсии уже 20 лет, поверь, поднакопилось. Вы понимаете, что вы меня под монастырь подведете с такими задачами? Ну, я не хотела эту тему трогать, но раз ты сам... Ну, слушай, еще у меня такая есть одна задачка. У Сергея был один Мерседес и один Лексус. А у Кирилла 7 мерседесов, 8 майбахов и 3 лексуса. И в чем вопрос? Здесь два вопроса. Первый. Насколько изменится их автопарк, если не обменяются с патриархатами? Такой. И второй вопрос. Куда смотрит Боженька? О. Бабушка, вы что, совсем сдурели, а? Да, смотри мне, а то бабушка может шмальнуть случайно. А может и не случайно. Ну, послушайте, ну, а почему вы ко мне принесли эти задачи, а? Ну, чего вы их не отнесли, я не знаю, в Министерство образования, а? Я боюсь. Они же ЗНО отменили. Говорят, скоро учебники отменят. Давай быстрее печатай, пока наши... Дети читать не разучились. Да послушайте, ну не могу я там напечатать без разрешения. Ну и в конце концов, это же маленькие дети, ну куда? Ну у меня есть для старших классов. Вот, вот, смотри, вон она. Депутат попал в Верховную Раду, один раз переспав с главой фракции.
Вопрос, считать ли его геем? Подожди, что мне отвечать, что ли? Ну, попробуй. Ну, допустим. Нет, неправильно. Правильный ответ – нет. Я понял. Да, типа, один раз не... Нет. Ну, какие же они геи, если все знают, что они все пидоры? Бабушка, тихо! Ты чего? Я не знаю, есть у вас на воображение какие-то задачи? Ну, есть. Слушай, полицейский остановил машину и составил протокол. Вопрос. Через сколько секунд и в каком месте у полицейского окажется этот протокол, если это машина генерала СБУ? С очень хорошей фантазией. И какой ответ? Ответ находится в моем задачнике по биологии, в разделе «Кишечный тракт человека». Так. Вот этого мне только не хватало. Бабушка, ну объясните мне, я не понимаю, правда. Ну правда, я не понимаю, зачем вам это все надо, а? Эх, я хочу, внучек, чтоб дети наши не ЗНО сдавали, а нормальной жизнью учились, настоящей, с самых первых классов. Ну вот смотри. За 30 лет у нас было 9 созывов Рады, по 450 депутатов в каждом. И вот все эти люди стали жить лучше, а страна хуже. И в чем вопрос? Может, мы их с детства неправильно учим? А знаете что, бабушка? А вот хотите стрелять, стрелять. А я вот все равно вот это вот печатать не буду. Все. А, такой принципиально. Принципиально, да. Пульку не боишься? Не боюсь пульку. Не боишься? Ну ладно, раз ты такой принципный уже. На тебе подарок от бабушки. О, держи. Что это? Браслетик хороший. Так неожиданно. Да. Ой. Так, и шагомер? Давай. Шагомер, да, сейчас. О, и задачку. Я сейчас... Прочитаю последнее. И пойдете. Давайте. Да, смотри, да. Вот последнее тут у меня. На издателе был браслет. Да. А у бабушки пульт. Да. Какая нужна сила тока, чтобы издатель перестал выкаблучиваться и напечатал бабушкин задачник? Вы что, издеваетесь? Неправильный ответ. Я сейчас полицию вызову. Опять мимо. Нет, все равно это печатать не буду. Понятно, ну, мама? Ну что ж ты все неправильно не отвечаешь? Я согласен. Ну вот, наконец-то ответ сошелся с вопросом. Ну что? Пошли! Типографию? В бухгалтерию. Бабки решают все. Давай! Не надо, давай! Пойдем!